А, в газе. Блин, так затулили. Попроси. А, Даша. Попроси чуть-чуть. Давай, брат, давай, давай. Давай, давай. Вот они. Кто хуярит по городу Донецку, по мирному населению. Так можно отдать им людям. Мы никому не пришли, блядь, домой, не, блядь, не хуярит вас. А если бы мы пошли, не выкинули такие вещи? По карманчикам. Бог их хранит. Да ладно, им не помогло, нахуй не надо. Нельзя выкидывать окольки. Не, ребят, подожди. Не, это... Что вы, блядь, видели, что с городом сделали? Что с людьми сделали, блядь, а? Что не ясно, как вязать их? Глаза завязать все. Блядь, я что сказал, вязать их немедленно. Газель, Саша! Газель, давай свой сюда. Уроды. Давайте, связывайте их. И покрепче, и глаза тоже. Руки наши. Я бы просто продюсер работал в нашу. Выбегают они такие, хотят все в Украине. Вот я так думаю, ты тоже знаешь? А что я на двойной не буду трогать? Подъем! Я не знаю, я ему вот... Тёма, вот этого конкретно, это мой. Да, это пидорас, эксперт. Это конкретно, говорит. Это мой, говорит. Они базарили, что этот на зенитку они должны были поставить, зушку. На зушку? Да, а эти, короче, там кто-то, где этот хуй, лысый такой. Они типа наши должны были типа раненых выводить с нового терминала. Кто-то спрашивает? Что он базарит? Когда назад ходил на Киви? Что он говорит? Вы из Балаканцев, вы из Одессы. У всех ходили, есть? Что это? Я же она собьёт, что у нас. Они уже не пишут. Тихо, пацан, внимание! Не-не-не, я понимаю. Всех есть. Жетон, жетон есть. Жетон есть. Леха, блять, рука уже замёрзла. Высших командиров. Ну, на подполковника надо спросить. Я понял, товарищ генерал, есть вообще. Я вот набегу, буду. Вами репу, что вешать. Вон долго делать, что стоим? Смотрите. Ну, что страшно, что меня пьют? Давайте, глаза завязывай. Тихо, на память. Поворачивайся. Карманов что-то есть? По-русски говори, блядь. Козлиная речь, блядь. Это хуёво, да? Родной город бомбили, нахуй. Тихо, тихо, тихо.